Добрый день всем! С вами на связи канал «Сделай сам», и сегодня в этом видео я хочу показать вам решение по одной из проблем, связанных с загрузкой Windows. Итак, как вы сейчас видите, перед вами отображается иконка и надпись «No bootable device». Это означает о том, что наша система, наш компьютер не видит жесткого диска. Что для этого необходимо сделать? Необходимо зайти в BIOS. В BIOS мы можем зайти, нажав клавишу F2 или Del при загрузке, перезапускаю компьютер и нажимаю F2. Как вы видите, я попадаю в BIOS, но модель ноутбука у меня Acer, и на примере ее я буду решать эту проблему. Далее необходимо убедиться, что у нас отображается жесткий диск в BIOS, что компьютер BIOS его видит. Мы можем с вами видеть, вот у нас HDD модель, name и жесткий диск. Далее переходим в раздел Boot. В разделе Boot мы тоже можем видеть, что у нас есть приоритет выбора загрузки, и у нас на первом месте стоит жесткий диск. Но система не загружается. Проблема произошла после обновления BIOS. Для устранения ошибки необходимо сбросить настройки на заводское состояние. Это делается с помощью клавиши F9. Нажмем F9 и нажмем Yes. Сбросили. Далее нажимаем F10 для сохранения. Компьютер перезагружается. Посмотрим, что произойдет. Как вы видите, ошибка остается. То есть сброс на заводские настройки ничего не помогает. Приступаем к следующему методу. Перезапускаем наш компьютер и снова заходим в BIOS. Заходим в BIOS, переходим в раздел Boot. Дальше в разделе Boot Mode мы меняем UEFI на Legacy. То есть ставим по умолчанию на BIOS Legacy. Нас спрашивают подтверждение, что для Windows 8 рекомендуется режим UEFI. Мы понимаем это, нажимаем ОК, ОК и нажимаем F10 для сохранения. И нажимаем Enter, Yes. Компьютер снова перезагружается. И как вы можете видеть, пошла загрузка Windows. Ну что ж, мы с вами таким способом устранили эту ошибку. И хочу сказать вам, что если в BIOS у вас жесткого диска не видно, то в этом случае данные методы вам не помогут. Вам необходимо применять механическое решение проблемы. То есть необходимо проверить шлейфы, необходимо проверить сам жесткий диск, для этого необходимо вскрыть ноутбук. Вот. Если же у вас возникли какие-либо вопросы, пишите, задавайте, постараюсь на них ответить. Всего вам доброго, до свидания. С вами был канал «Сделай сам».